Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 5 декабря, так и хочется сказать июня, но это что такое, вообще не могу понять. Уже запрограммировано на июнь. Продолжаем обзор сортов, продолжаем знакомиться подробно с характеристиками и подбирать себе, какие нам подойдут, а какие, может быть, мы отодвинем, оставим в сторонку. Я сейчас кратко прям напомню, на прошлую неделю рассказала о сортах крупноплодных, которые можно вырастить в открытом грунте без применения теплицы, но которые дадут хороший такой, ну, добрый урожай. Там были и бердский крупный, который у меня номер 123, который невысокий такой, но дает 500-граммовые плоды. Потом любимый праздник под номером 56 у меня, который плоды-гиганты дает, но тоже невысокий. Потом был 177 советский, это уже индетерминантный, тоже крупноплодный. И был описание 44 «Король гигантов», тоже индетерминантный и крупноплодный. И я вот во время этих видео говорила, что вы можете выбрать под себя. Мало если время, берите детерминантные, есть тоже они крупноплодные. Если у вас есть много свободного времени, можете ухаживать за индетерминантными, выбирайте вот высокие. Они, конечно, больше урожая дадут, но за ними нужен уход. И вот сегодня мы уже перешли к тем томатам, которые не так крупны. Я уже говорила, что крупноплодные ждать-то все-таки долго, а хочется пораньше. Но есть и такие у нас сорта. Рассказывала про толстого Джека, который плод 200-300 грамм. Все ссылки я в описании к этому видео дам, не буду пересказывать, и сами все посмотрите. У него сочетается у толстого Джека и скороспелость, и крупноплодность. Вот так все соединено, и сорт идеальный. Но есть еще более скороспелые сорта, и тоже не с маленькими. Вы, наверное, все слышали, этот сорт у нас известен давно, опытные огородники все его почти выращивают. Ну а вдруг новичок не слышал и мимо этого сорта пройдет, потому что он такой вот, ну уже затертый такой, заиспользованный сорт, что некоторые на него даже не обращают внимания. Я говорю о сорте Буян, у меня он под номером 9. Это сибирский сорт, это очень известный сорт, это вот такой сорт. И можно сказать, даже он подойдет для занятых огородников. Почему? Потому что сразу начну с достоинств. Он толстоногий, в рассаде не вытягивается. То есть его можно немножко загущенно сеять во время посева. Его можно чуть загущенно высаживать. Позволяется 5 растений на квадрат. Когда вот такие вот, ну, индетерминантные, их же всего 3, 4, иногда даже 2 на 1 квадратный метр. А этот немножко можно загущенно. Ну и, конечно, он детерминантный, его не нужно не прищипывать, его можно вырастить без формирования вообще, без посынкования, без подвязки, даже такой способ ему подходит, как посадил и забыл, но вместе со всем этим он не мелкоплодный, у него вот на первых кистях до 180, даже до 200 граммов плоды, плоды такие вытянутые, как петруша-огородник такой формы. И что поражает, вот при своей этой маленькая высота у него, 45-50, ну прям небольшой коротышка. Он такой даст вот эти пасынки, все пасынки будут также увешаны вот этими плодами. Он как мини-петруша-огородник, еще меньше. Ну, несмотря на все эти, казалось бы, он неприхотливый, он невысокий, его можно без формирования, без пасынкования. Но плоды у него получаются очень вкусные, достойные, и многие огородники его любят. И если буян красный, еще к нему есть какие-то, ну вот бывают, кому-то нравится он хороший, кто-то говорит, что недостаточно сладкий, то есть буян желтый, который такой же по описанию, но плоды у него с повышенным содержанием сахара. Вот к буяну желтому вообще не к чему придраться, он как маленький вот этот вот есть, или южный загар, или там кенигсберг золотой. Форма плодов такая же. И даже по весу он немножко приближен. Те вот они 180, 200, 300 грамм. А этот тоже до 200 грамм бывает иногда дотягивает. Но вообще 150 грамм. 150 грамм это нормальный плод. Можно его использовать в салат. Можно его использовать и в консервацию. Ну, конечно, все делают так. Первые плоды, которые ранние, которые крупные, которые самые вкусные, мы их съедаем.
Потом на более высоких, там более поздние, они, конечно, делаются меньше, они мельчают. И мы уже наевшись и уже дождавшись крупноплодных вот этих наших неженок, конечно, в еду уже буян дальше не используем. Дальше он идет в для цельноплодного консервирования, для томата переработок. Если красный, то идет прекрасно и на лечо, и на всякие кетчупы, томатные пасты. Если говорить о характеристиках, если вот так вот как сжато. Это детерминантный сорт. 45-50 где-то сантиметров. Не вытягивается в рассаде толстоногий, что очень удобно при выращивании. Даже если рассада немного перестоит у вас на окне, ничего с ней не сделается, она не вытянется. Еще что самое главное, у него не мелкие плоды для такого вот роста. Если, например, такие же примерно томаты такого же типа, как челнок, то у него таких крупных плодов не бывает. Челнок все-таки меньше. А буян, он поражает своей крупноплодностью, особенно на первых плодах. Иногда подойдешь прям вот в руку вот такой вот. Конечно, замечу, что это и от состава грунта, и от ваших подкормок зависит. И вообще от всего-всего-всего. Но если лето будет солнечное, если вы ухаживать будете очень хорошо, он поразит количеством плодов. Вот этот маленький кустик, он будет весь увешан плодами. Его называют вообще самым урожайным вот из этих низкорослых плодов, ой, сортов, договорилась. Даже в некоторых статьях пишется, что с 1 метра квадратного можно собрать до 25 килограммов вот этого буяна, потому что, я уже говорила, его можно почаще посадить, он выносит вот такое, как бы, загущенные посадки. И во-вторых, если вы не удаляете пасынки, ясно, что на каждом пасынке вот эти цветы, вот эти плоды, все это. Ну, конечно, нужен плодородный грунт. Если бедная земля, вы этого не получите. И некоторые обижаются, что производитель пишет, указывает вот такую высокую урожайность, а у них не получается. Все зависит от грунта, все зависит от подкормок. Что хочу сказать про буян. Если крупноплодные, которые мы 500-граммовые плоды будем ждать долго, толстый джек, который 200-300 грамм у нас поспеет чуть побыстрее, то буян мы можем получить в числе первых. Это скороспелый сорт. Из-за своей вот такой компактности он очень быстро прекращает рост в высоту, начинает формировать плоды, они все созревают. И если красный, как я уже говорила, он обычный томатный вкус, может быть с кислинкой, то буян желтый может даже поразить вас своей сладостью, если лето солнечное, хорошее. Его можно даже иногда, да, и сравнить с кенигсбергом золотым, потому что вы знаете, что желтые, оранжевые томаты, они генетически склонны к повышенному образованию вот этих сахаров. Но для всего нужно солнце. Для всего нужно солнце, на солнышке высаживать. Еще хочу сказать про теплицу. Конечно, этот буян, он изначально предназначен для открытого грунта. И не просто для открытого грунта. Он выведен сибирскими селекционерами для зон рискованного земледелия. То есть для сибирского региона, для приравненных к нашему региону других холодных регионов. У кого короткое лето, у кого холодное лето, пожалуйста, буян может вас выручить, если у вас нет теплицы. Но я читала комментарии, люди говорят, что выращивают его и в теплицах. Я вот обычно таких малышей в теплицу не высаживаю, но многие так делают. Оставляют место для других, для крупноплодных, индетерминантных. У меня просто для него ни разу не хватило места. В этом году хочу попробовать, потому что почитала комментарии одной зрительницы. Мы же обычно как? Вот для открытого грунта, значит для открытого. Как я уже говорю, не все томаты открытого грунта хорошо ведут себя в теплице. Но не хочется тратить время на все эти эксперименты, все сорта пробовать неохота. Но прочитав комментарии этой зрительницы, я решила нынче, в этом году буян желтый обязательно высажу в теплицу для раннего урожая. Потому что она сказала, в теплице он ведет себя по-другому, как обычно все ведут. Он разрастается, вместо 50 он дорастает до метра. И если вот эти вот пасынки не удалять, а оставлять, как она сказала, он раскинул эти пасынки, и они все были увешаны вот этими плодами. И плоды получились мясистые, сладкие. Ну, хочу это испытать на себе. И поэтому про теплицу я ничего сказать не могу. Если про толстого джека я уже сказала, что это испытано, что в теплице он хорошо себя ведет, он дает большой урожай, плоды не мельчают, а они крупные, то про буян
Это только у меня в планах. Вот буду испытывать, но для открытого грунта всем советую. Сорт идеальный, неприхотливый, небольшой. Можно загущенно, можно не ухаживать, можно вообще не подвязывать. Но замечу, что тот, кто хочет получить все-таки хорошие и укрупненные плоды, они его немножко подвязывают к колышку, и некоторые лишние удаляют, потому что мы все понимаем, чем больше пасынков, чем больше плодов, тем меньше вес их вес. И никогда не бывает, чтобы было и много, и все были крупные. Если хотите покрупнее, нужно немножко удалять. Все, до свидания. Вот это неприхотливый сибирский сорт буян, буян красный, буян желтый. Они одинаковой высоты, одинакового размера, просто разный цвет. Оба прекрасные. Красный немножко с кислинкой, а желтый сладкий, такой даже как десертный сорт. Все, до свидания. Дальше будем рассказывать про других уже, которые не такие неприхотливые, но тоже очень хорошие.